Справиться с катастрофическим паводком на Дальнем Востоке пытаются ивановские спасатели. 114 курсантов 4-го года обучения и 10 сотрудников института МЧС уже вторую неделю удерживают Мылкинскую дамбу. Сооружение 5 километров длиной и 8 метров высотой состоит из мешков с песком и грунтом. Ребятам приходится следить за тем, чтобы дамбу не подтопило. Слишком близко находится населенный пункт. Заслоны из брезента – изобретение ивановских спасателей. Они не позволяют воде подмывать инженерное сооружение. На малую родину ребята вернутся после того, как пропадет угроза размыва дамбы и восстановительные работы будут завершены. Здесь их будут ждать медали за отличие в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Изначально задача стояла именно по ликвидации последствий в Благовещенске. Но после того, как резко изменилась обстановка в Комсомольске-на-Амуре, отряд был переброшен самолетом еще на 700 километров в Комсомольск-на-Амуре, и практически сходу, реально, после выгрузки совершили 5-километровый марш-бросок и приступили к укреплению инженерных сооружений.